Да, северный вообще никак не мог. Там араб поломал всю дорогу. Там он не сломал никого, он просто по кругу катался. Да он, я вижу, как продавлено. Да. Вот возле Васиосилия и... Ну, они один обор вроде зачистили. Осталось еще два здания. Что ж вы тупите, киньте им гранаты, а? Ну, они откуда знают, что там противник сидит. А понимаешь, гранаты кидать своих можно убить уже. Потому что там уже ближний бой. Ну, печаль. Ух ты. Баба. Убил его? Не, походу не убил никого. Ну, выше пролетело. Не, ну мне как-то странно, оно вроде выше пролетело, а взрыв был в здании. Не, ну выше пролетело и в здание попал, в крышу. Там красные получаются, да, сейчас красные забегут есть. И все. Сейчас тупо в спину расстреляют. Ну, если они успеют этих двоих перестрелять, ну вот уже на штурм вроде пошли. Работали. Победа. А еще один остался. Опа, красного одного. Ну давайте сейчас последнего одного. На его фиг найду еще. Там еще не было. Вон. А он на винтовку. Ай, одного он синий убил. Да, такое заместо вообще. А здесь уже не удобно было искать сейчас. Кек. Да. Чё, как эти заварухи вам, ребят? Ты какая дичь, блядь, там противники перед носом у нас ходят. Флайер, блин. Флайер, зачем же ты вперед-то пошел? Ну-ка, мне интересно, того убил в кустах или нет, кто в меня начал за автомата стрелять? А здесь один домик сломан, это мы его сломали? Да, его убил хорошо. Танк у них что-то, по-моему, не хочет никуда отправляться. Ну, потому что у танка остался один мехот. Да? Нет, я имею в виду у них. У них уже танк выбил. Да, там, мы у мы них Моторола, а, они заметили, Леона. Смотрите. Вам и видишь, где сейчас стоит Леон, либо Леон. А нам, там еще наверное, вместе и выбили. Ай-яй, сейчас эти уже в зону пришли. Но танк флайер жив, в принципе он жив, как и в прошлый раз. Не знаю, я типа там от двоих, может быть даже до четырех убил, я че мог то сделать. Из танка выбили троих. А танка выжил. У нас танк убили что ли? Или... Нет, из танка выбили троих. Как в прошлый раз, короче, все то же самое. Мехвод. Нам там остались, стрелите, мы выиграем. Раз, вам одного бойца осталось убить, там не успели. Нам, я, кстати, замок убил как раз. Там двое оставались в триггере. Это с ППШ и замок как раз. Того, кто с ППШ убил. Машинку спалили. В голову, типа. Да, он мне очень играли. Сильно ранил. И замок меня добил сбоку. О, граната полетела. Один, да, вроде остался последний. Бля, зонь, замок только. Быстрее. Завалите замка. Да не успеют. Его не видит никто. Так он, блин, накопит. Нашего, да, вроде пристрелил. Угу. Он не пришел. Вот! Ну слева, ну боже! Ты не видишь? Да, смотри, что есть. Дарюш, меня тебя слышит. Да я знаю, я на нервах, типа. Гиперактивный. Блин, там еще один красный подбегает. Эх, чуть-чуть. Давайте валите замка, красиво. Господи, че ж. Нев, не надо. Ну там типа стрелы. Хоть идёт, всё заметил. Всё. Короткий бежал.
Кули кобальт сидит, я не понимаю, что он там сидит, что он ожидает. Ну боится уже все, может ранен тоже. О, еще поручик живой. Флай, ну короче, мы задом катились к противнику. И нас противнику, видишь, дорога из Ржеду идет на юг. Прям вот. Вот танк по этой дороге прокатился и нас в спину убил. То есть опять все, кто в башне убиты. Мехвод жив. Объехали они, короче, да? Ну, они стояли параллельно нам. Мы начали катиться назад, они начали нас преследовать, и все. Я вот, кстати, так и думал, что красные во враге все будут. Здесь красного убили. Ну все, все возвращаются в зону, все. Поражение. Ну, да ладно, еще не все потеряем. Зато замка убили. Ну не успели, он буквально одного бойца был убит, тогда еще до замка еще. Пока они не прибежали. Еще шанс есть. А все с винтовки, насколько я понял, да? Магического оружия не осталось. Поручик автоматически. ТТСБ или ТБС улитка меня пристрелил. Не, наш автомат. Ну, бывает. Ну, просто я как бы выговор ему или что ему делать? Короче, флайер рассказывал. Он... Ну, расскажи, как все было. Человек сидел, короче, смотрел карту и просто... Я принимаю, смотрю карту, принимаю, короче, от штаба сообщение, слышу выстрел в упор. То есть мы лежали на удар. Выстрел в упор, раненый, истекает кровью. Все, я переключаюсь, смотрю, чувак лежит просто передо мной, дулом тычет мне в голову. А он в вашем отделении был? Да. Как называется? ТСБ. А он вообще в канале был? Немцы от испуга поубивали друг друга, блядь. Да-да. Капец, там гора трупов везде. Обойдите этот ангар с другой стороны, ё-моё. Что ж такое? Ребята бегают. Максим залутал. И вообще красивая атака, я прям ворвался, блин, в ряды русских. На самом деле красных осталось двое, все остальные либо по танкам, либо на машинке катаются. Ну, ребят, давай, у нас еще на самом деле есть шанс, у них там 4 здесь, короче, сейчас он все сделает. Подожди, давай. тихо, не каркай, тихо. Там все жестко зарубил. Он не понимает, откуда стреляет даже. Сейчас граната. А сейчас граната в него прилетит. А здесь что-то не особо понятно, что делает. А, всё, теперь понял. Вот так одного котик, убили, остался один кортик. Кортик там обложили со всех сторон. Опасная ситуация. А у него СВТ, у него преимущество вообще офигенное. Ну знаешь, сейчас случайно из зоны выбежать и все, и победа. Мне там задержка будет, 15 секунд что ли. А-а-а. А все равно, если триггер сработает, то все. Да, триггер сработает. Не, если подожди, он выбежит, 15 секунд. Подожди, он один в зоне. Один. Не должен идти? Нет, он должен ноль. Ага. Слышал, как командир красных. Красный, а это синий, ой, уже свинка подходит. А, не нормально. Флэр, а чё ж ты сам ты побежал? Я думал, ты будешь выживать до конца, как командир. Ну, потому что своим примером пытался вдохновить бойцов, а то все что-то боятся. О, смотрите, сейчас поджидают красного. Он его, походу, услышал. Может, о, он сейчас это залутает кортик. Чё, гранат любят разъедать? Ну они не знают. Блин, все бегают. Ой, ёпс, это ёпс. Сейчас танк возвращается, смотрите. Сейчас танк вернется и все. Им надо очень, очень быстро убивать котика. Увидели, увидели.
Не, не выделим Х. А как сейчас тут залутает? Ну кто возле Ганамаг лежит, она его увидела, она что-то тупит. Может думать, что свой. Сейчас фаус-патрона побахнут. Что-то мимо. Побахнул вообще никуда. Видите, господи, как это так чистить? Зачем он вообще выстрелил с фаус-патронов? А, он не хотел в здание попасть. Да. Сейчас никто не поймет, что происходит вообще. Он взял наше оружие, так. Танк едет. Пиздец, да, ну чего вы там чистите? Господи, сказали чистить. Ну должен сейчас увидеть. Боя. Ну сейчас кортик будет сидеть и все, мы даже не обязательно выходить. Ну будет сидеть и слушать. О, заметил, стреляй. Отлично, ура! Друг друга другу убили. А, отлично. Да. Все, 15 секунд, танк не успеет за 15 секунд? Нет. Отлично. Ганнибал мне все нравится, конечно.